Утро в нашем лагере начинается с колокольного звона. Без 5:09 собираемся в храме и начинается молитва. В 11 часов у них начинается лицей. Педагоги проводят как бы такой урок, о вере рассказывают, о символах, о церкви рассказывают. Вопросы многие у детей бывают, и на этих лицеях, как бы на уроках, педагоги рассказывают детям, отвечают на их вопросы. А высшее, на этой земле проявляется через нравственность и проявляется через маленькие чувства. Большинство вожатых – это бывшие дети, которые отдыхали. То есть с детства здесь воспитывались, знают традиции лагеря. Ну, им легче работать с детьми, потому что они все знают. Я отдыхал в этом лагере, будучи еще мальчиком и воспитанником. А в этом году я являюсь вожатым. Можно сказать, что я сторожил этого лагеря. И мне просто не терпится рассказать вам об этом замечательном месте в центре Курской губернии. Пойдемте. Сейчас мы с вами зайдем в выжигалку. Это наша комната, где дети учатся пользоваться выжигательным аппаратом и делают для своих родителей и для друзей подарки различные. Пойдемте. Здравствуйте. У нас есть различные трафареты, и дети переводят их на дощечки тоненькие. И разные рисунки, это и машинки, и там и танчики, и цветочки, и различные сюжеты из мультиков. Выжигают их и дарят кому захотят. Я уже много поделков сделал. Там истребители, танки, машины, все скорые помощи, там грузовики. Можно сделать подарок, например, своим близким. И научиться с выжигательным аппаратом работать. Мы сейчас с вами направляемся в гончарную мастерскую. У нас там стоят 3 круга. Дети умеют делать различные кувшинчики, тарелочки. В этом гараже у нас располагается гончарная мастерская. И здесь дети делают свои поделки. Мы видим, что не только дети делают поделки, но и работники кухни. Детей приходит очень много. Хоть даже так попробовать полепить, что-то сделать. У некоторых детей получаются такие довольно неплохие поделки, которые, может быть, даже превосходят и учителя, что очень радует. Мне 11 лет, я перехожу в 6 класс. Я здесь 2-й раз, мне здесь очень-очень нравится. Пытаюсь сделать какой-нибудь маленький кувшинчик. Для начала берем кусок глины. Его немножко нужно в руках помять, чтобы вывести какие-то погрешности, пузырики, камешки, которые попадаются в печи, которые потом могут при температуре выскочить, и поделка может рассыпаться. На гончарном кругу придаем форму. Форма придается очень разная. Можно слепить какую-то тарелочку, кувшинчик, вазочку. Зависит уже от фантазии ребенка, что он хочет сделать. Если сырую заготовку сюда положить, оно взрывается, потому что здесь температура набирается до 900 градусов. Вот. И из-за того, что сырая, не высохшая, взрывается. Неделю для того, чтобы надо высохло сперва при естественной температуре на солнышке, а потом уже в печку. Да.
Сейчас мы с вами окажемся в нашей лагерной швейной мастерской. Здесь в основном девочки учатся применять различные швейные методики и техники, которые им пригодятся в дальнейшей жизни. Я первый раз в лагере, и вообще первый раз вообще в любом лагере. Нравится? Да, здорово. Еще поедешь? Конечно. Это подстилка моему коту. Ему скоро исполнится 3 месяца, и я ему решила подарить подстилочку. Дети у нас с разных семей, но, можно сказать, милостью Божией, это дети очень хорошие, это очень добрые дети. В божественной литургии у нас участвуют все. И вот, к примеру, на последней литургии у нас было причастников из 170 насельников, причащало 150 человек. Как я вижу, мне так кажется, что дети с удовольствием ходят и исповедуются, и причащаются все, потому что вот в этом наша сила единения, единство наше только в церкви, только другого как бы не вижу. У меня вся семья верующая. Здесь причастие есть по утрам, но только по воскресеньям. Причащаешься? Ну, конечно. Здесь каждый лагерь, ну, весь лагерь причащается. Это исповедуется весь лагерь. Ну, я уже привык к вечерней молитве, утренней молитве. Я дома каждый день могу с родителями, могу один молитву читать, и утренние, и вечерние. Вот у меня папа, батюшка, и его друзья знают об этом лагере много. И он тоже захотел, чтобы я сюда поехала. Тут добрые вожатые, они не обидят. Вот в других лагерях вожатые даже накричать могут, а здесь просто разговаривают. Мне очень нравится, что молитвы вечерние тут, потому что много грехов набрал за день, и можно извиниться перед Богом. И потом спокойно спать. Ну, если хорошо попросить с душой, то, конечно, простит. Ну, вот если попросить прям вообще плохо, вот, ну, дай мне это, ну, дай мне то, и даже ни за что не извиниться, то, я думаю, не сделается. Получится. А как надо просить, чтобы получилось? Надо с душой просить. Тогда поможет? Я часто дома хожу в храм, поэтому мне знакомо все. Поешь на клиросе? Да, я пою, но у меня недавно охрип голос, поэтому я просто про себя говорила, не пела, про себя говорила. От чего охрип? Ну, не знаю, горло заболело, потому что я пою много. Начиналось все с владыки, митрополита, ныне почившего, владыки Ювеналия. Он повторял, любил повторять, что это мое детище. Как рассказывает батюшка, что он сам приходил с водителем, приезжал, по приходам ездил, собирал продукты для того, чтобы содержать лагерь. Ну, в общем, все начиналось с владыки Ювеналия. Потом лагерем стали заниматься отец Георгий и матушка Елена Нейфах. И вот они начали создавать базу. Потом отец Роман с матушкой Еленой Братчик. Они очень многое сделали, и то, что мы видим, то наследие, которое сейчас есть, вот в своей красоте, вот, который сейчас пребывает в лагерь и в силе, это, конечно, во многом их заслуга. А мы как бы на готовом уже стараемся вот это удержать, если получится умножить. Детский лагерь. Это такое серьезное направление, которым занимаются храмы по благословению владыки. Крайне серьезная вещь, потому что это 3 смены по 100 детей со всеми требованиями, которые предъявляются всем лагерям. На ходу надо учиться и пожарным требованиям, и санэпид требованиям, и вожатых набирать, и кормить надо их всех по правилам и так далее, и так далее. Вот. И милостью Божией как-то вот потихоньку все это получается. Сейчас мы будем выдавать оружие, ружья, будем играть в лазертаг. Это то же самое, что пинбол, только лазерная наводка, лазерные прицелы. Война без травматизма совершенно, да. То есть это просто ради интереса захватить флаг, командная игра.
Каждое оружие весит почти как настоящее, по 3 килограмма. Вот детям вот эта игра очень нравится. Вот они, дух как бы такого воина в русском человеке, мне кажется, еще не погиб. И я был ребенком, и у нас мы делали пистолеты, там автоматы делали. Но мне никогда не было в сердце чувства, чтобы я хотел убить человека. Когда уже вырос, мне не было такого. Дух воина, он воспитывается. Он вообще, я говорю, он живет. В русском человеке он живет. Ну, милости Божьей, пока не надо нам воевать, брать оружие в руки. Те дети, которые вот такие, казалось бы, на первый взгляд, хулиганистые, из них, если найти общий язык к этим людям, к этим детям, из них получаются очень хорошие люди потом по жизни. Потому что это люди активные, их просто нужно поставить в нормальные русла. Вот если это получается, если это удается, то вот я говорю, что вот это дети будут очень хорошими христианами. А сейчас в нашем лагере время полдника. У нас дети набегались, напрыгались, футбол, кружки и так далее. И сейчас такой, знаете, мы его называем второй обед. Это булочка, стаканчик, два стаканчика сока, можно две булочки. Когда хорошая погода, это происходит на улице. После этого вновь бой, вновь на лодке, вновь на лошадей, вновь по кружкам. Самый лучший помощник – это, конечно, жена. Мне Господь послал такую жену, что матушку, что, можно сказать, универсальный человек. Она может и петь и светские песни, может служить службы, танцевать может, играть на разных инструментах. Первый помощник, который помогает по лагерям. Нам нужны такие корабли на море. Это первый гублет. А второй? Нам для службы на море нужны походы. Все, готовы, поем. Официально моя должность – заместитель начальника лагеря по воспитательной работе. Я оканчивала православный университет Свято-Тихоновский в Москве. Училась на регентском факультете. То есть у меня два диплома – это регент церковного хора и руководитель светского хора академического. Ну и как-то мы договорились, что все будем делить пополам. И слава Богу, у нас все хорошо, трое деток. И 108 не своих каждую смену. Я не знаю, может ли чужой человек заменить родителей на любое время. Но мы стараемся сделать все, чтобы им было хорошо. Дети втягиваются все потихонечку, и потом они с радостью просят, чтобы мы с ними еще позанимались. Приходят, просят отпечатать им нотки. Тоже песнопения греческие «Огнепарфены». Они очень им нравятся, они любят. И мы многим раздаем домой с собой. И они дома поют. Очень сложно оторвать детей от повседневной жизни. У нас есть такое правило, что мы на целый день забираем у детей телефон и выдаем только по необходимости, то есть позвонить родителям или если родители хотят связаться с ребенком. Но при этом стараемся, чтобы они в них не играли. Какая разница, можно дома лежать с телефоном на кровати. Мы стараемся, чтобы каждый ребенок
на каждом кружке побыл хотя бы один раз. То есть в начале смены мы просто по отрядам на каждый кружок отправляем. Потом они уже посмотрели, где что происходит, где что они могут сделать. И уже по желанию. Они могут пойти в швейную не только тогда, когда их расписание. Они могут там сидеть целый день, если им хочется. Они учатся друг другу помогать. Они друг за другом ухаживают. Если кто-то у нас в лазарете, дети приносят ему еду. А это очень важно, потому что поначалу тоже приходится подсказывать. Ваш же товарищ болеет, сходите, отнесите. Потом они делают это сами. Отсюда люди, которые выходят, вырастут, будут нормальные, хорошие люди по жизни. И патриотизм у них есть. И такой настоящий. Идет, поет один сам себе, тут человечек. Я за Родину. Постоянно, знаешь, так-то немножко смешно, немножко это. А в то же время это он сам для себя идет и поет такую песню. По-моему, лечит их не столько таблетка, просто им прийти сюда, пообщаться. Мы действительно круглосуточно на посту здесь находимся. Ну, наши дети совершают большие действительно походы с ночевкой на ночь, плавают на лодках по реке, на лошадях ездят, на велосипедах. Это опасно. Каждый раз волнуешься. Как-то я обратилась к матушке Елене, говорю, все, я говорю, уже устала переживать. Она меня успокоила, что мы здесь все находимся под Богом, и все будет хорошо. Оно так и получается. Вкусно. У нас специфика православного лагеря, и, естественно, мы соблюдаем постные дни и посты. На утро у нас всегда молочная каша. Ну, дети не все любят молочные каши, и эта смена их ест очень плохо, поэтому всегда мы делаем макароны. Это коронное блюдо этой смены – макароны, баклажанная икра. Они могут есть это 3 раза в день. И помимо основного блюда делаем дополнительное, чтобы все дети были сыты, чтобы они были не голодные. На обед всегда суп, борщ. Если это не постный день, со сметаной, постный день просто суп с гренками. Стараемся делать рыба, рыбные котлеты. Рыбные котлеты делаем сами. Он говорит, я не ем молочную кашу, дайте макарон, пожалуйста. Ужин, дайте картошки, возьмите картошки. У вас картофель сегодня на столах? Нет, мы хотим не такой, мы хотим картофель-пюре. Пожалуйста, картофель-пюре. Ну, таких детей немного, но мы все равно на них ориентируемся. Царь пушка лежала моя. Аромат пирогов, конфетки парадочки, долго ленит и саночки, эпизоды залетные, слышно песня пчела, гимназистки румяные, вот морозы шепляные, как звезды убивают. Старшей дочке уже 19 лет, и мы ездим сюда, наверное, уже лет 12. Священники замечательные здесь, то есть они духовно окормляют деток. Вот, но при этом они веселятся вместе с ними, поют песни и разбирают все, что происходит тут. Для любого ребенка в этом лагере найдется что-то интересное. Мы никогда не запрещаем родителям навещать своих детей. Они свободно могут посмотреть, как дети живут, чем питаются, могут посмотреть. Родители могут даже посмотреть, как дети участвуют в кружках, могут сами даже принять участие в кружке каком-то. Могут отдохнуть тоже, немножко посидеть там, еду попробовать, все могут сами. Да, ну вот я стал ближе к Богу, нашел себе много друзей со всех смен. Ну, мне нравится выжигальная, гончарка, швейная, это и пояса блести. А стрелялки тебя не очень вдохновляют? Не, меня вдохновляют военные игры. Я очень их люблю. А не вызывает ли это конфликтов каких-то между вами? Нет, никаких конфликтов. Мы наоборот радуемся, что хоть мы иногда бываем в разных командах, но это тоже, чтобы поиграть просто. Так никаких конфликтов.
Здесь много музыкальных детей, много детей, которые хорошо поют, которые играют на разных инструментах. И мы даже берем, делаем ансамбли из разных отрядов дети. Один ребенок поет, второй играет там, на балалайке, третий на баяне, и делаем такие сборные ансамбли. Получается интересно. Я считаю, что от этого огромная польза. Потому что они даже молитвы, вот не зная их, они сразу учат их на два голоса. А я занимаюсь непосредственно подготовкой концертов, мучаю детей репетициями, напрягаю их пением. Дети с удовольствием поют военные песни, как втягиваются в этот процесс, им очень нравится. Очень хорошие поющие мальчишки есть у нас в этой смене. В музыкальной школе, я в Старом Осколе живу, а там директор очень православный человек. И вот он узнал про этот лагерь. И маме сказал, что можно сюда поехать. И мама приехала сюда работать руководителем смены. Вы друзья? Мы. Лучшие. В этом году познакомились. Весь отряд, если в игру играет, и по командам делимся, то мы в одной команде всегда. Нравится очень ткачество и нравится швейный кружок. А мне нравится гончарное и пояс, там, где можно шить пояса. На следующий год мы сюда обязательно поедем. Вот этот лагерь, вот этот и храм, вот этот, он для меня как самый родной. Даже потому что заходишь в него, он такой детский дух в нем живет. И вот когда смотришь на лица, иногда бывает, что дети поют всем храмом, там, когда вот веру и там отче наш, они все эти молитвы все наизусть знают. Представь себе 150 детей и поют в один голос. Вот даже сам, ну, дух другой какой-то, вот не тот, который вот когда взрослые поют, и когда дети искренне поют. Но у меня дети приезжают домой и всегда спрашивают: мама, мы поедем на следующий год? Мы поедем на одну смену или на две, а еще лучше на три. На следующий год мы обязательно сюда поедем. Обязательно. Лагерь стал для всех моих друзей просто центром нашей жизни. Каждый год мы сюда едем, стремимся обязательно. Если у нас получается приехать на смену, то мы обязательно едем в гости. Я здесь обрел настоящую дружбу. Ну, некоторые даже, в том числе я, в конце лета у меня в этом лагере будет венчание. И я здесь обрел не только дружбу, но и свою любовь.